Дорогие друзья, не забудьте, пожалуйста, отключить средства мобильной связи. Напоминаем, что фото- и видеосъемка возможны только с разрешения администрации зала. Спасибо. Thank you.
концертной программе камерного оркестра Игоря Лермана, который продолжает свой 30-й юбилейный концертный сезон. Сегодня музыкальное пространство перенесет нас во времена 19-го, начала 20-го столетий. Многогранный мир настроений и образов, то величественно сдержанных, то драматически страстных и лирически утонченных, откроется нам в произведениях великих композиторов своего времени. Открывает наш вечер всегда темпераментный, наполненный венгерским национальным колоритом, венгерский танец Иоганнеса Брамса, венгерский танец номер 17. На сцене камерный оркестр Игоря Лермана. Дирижер Игорь Лерман.
В этом году республиканский мир отмечает 180-летие со дня рождения великолепного немецкого композитора, органиста, педагога Йозефа Габриэля Райнге. При жизни он был одной из крупнейших фигур музыкальной культуры не только Германии, но и далеко за ее пределы. Его перу принадлежат более 150 сочинений, наиболее известные произведения для органа. И сейчас вы услышите финал из концерта для органа с оркестром номер 1 «Фа-мажор». Партия органа, лауреат международных конкурсов Эльмира Ахметова.
перестанете. В течение сегодняшнего вечера будет на сцене царить орган, так что вы еще не однажды и не единожды услышите нашу замечательную солистку. А сейчас я слово продолжаю представлять нашей ведущей, ведущей нашего зала Светлане Баланцовой. Поаплодируем. Петр Ильич Чайковский, цикл «Времена года». Ноябрь на тройке. Европе
красочные сюжеты на библейские темы, витражи, которые всегда производят колоссальное впечатление. Их называют глазами небес за неподдающуюся объяснению фактически мистическую силу воздействия. Вот такими впечатлениями наполнен цикл итальянского композитора Отторино Респиги под названием «Витражи собора». Вы услышите первую часть цикла под названием «Бегство святого семейства в Египет». Согласно Евангелию от Матфея, Иосиф и Мария, получив от ангела известие о том, что царь Ирод собирается убить младенца Иисуса, приняли решение бежать в Египет. Именно дорога их в Египет, сцены отдыха и встреч, и стали сюжетом для многочисленных полотен, в том числе и музыки. Отторино Респиги. Бегство святого семейства в Египет. Вы еще не сказали, сегодня у нас мировая премьера, это впервые звучит в Набережных Челнах. Thank you.
вечера. 1 марта этого года, как раз в день рождения зала, залу исполняется 14 лет, мы будем в Москве и в соборе Петра и Павла, это на Китай-городе, мы будем исполнять вот это произведение среди других. Там вообще атмосфера впечатляющая, так что если будете у нас в Москве, заходите. Концерт для органа с оркестром номер 2 «Соль минор». Финал. Два концерта немецкого композитора Райнбергера полностью, целиком мы будем исполнять 26 февраля вот в этом зале со знаменитым европейским органистом Романом Перуцким. Так что я вас приглашаю, и вы сможете это полотно и красоту этого, и величие этого полотна композитора, современника Брамса ощутить в целом. Так что я вас приглашаю 26 марта на органный вечер. Роман Перуцкий и наш камерный оркестр. Это, кстати, все будет в рамках чествования 30-летия со дня первого концерта нашего оркестра. Ну, анонс этой программы я еще чуть позже сделаю. А сейчас мы продолжаем. Thank you.
Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас перелистнем немного такую страничку памяти. Вот я сейчас держу в руках книгу, автором которой является Сергей Южский. Я думаю, это имя знакомо каждому культурному человеку. А для нас, для слушателей и клиентов органного зала, для нашего оркестра, для меня лично, это, в общем-то, особенный человек, потому что он приезжал к нам, и я был с ним лично знаком, и он составил то, что есть история не только русского театра, но, в общем-то, и нашего скромного органного зала. В 2006 году мы проводили фестиваль, зал открылся в 2005. Это был первый фестиваль такой вот крупный. И я, конечно же, хотел, чтобы с этой сцены звучала не только музыка, но и великое слово. Если вы знали, чем первое руководство хотело заполнить этот зал, но это отдельная песня. То есть это был бы уже обыкновенный ДК-энергетик. И сейчас тоже стремятся это сделать, кстати, некоторые персоналии. Но суть не в том. Я попытался найти вот тех актеров. Я понимал, что их время уже уходит, как время каждого человека, век которого, конечно же, отмерен. А тогда уже Юрский был в годах, и тогда Казаков был в годах, и Гафт был, и многие актеры, которых я пытался пригласить сюда, в наш зал. Но вот удача мне улыбнулась, и мы познакомились с Сергеем Юрьевичем. До приглашения сюда к нам в Челны я с ним вел такие долгие телефонные переговоры. Он спрашивал, что это за город, набережные Челны. Вот. Кто, как здесь живут, причем здесь он и набережные Челны, какой здесь зал. В общем, короче говоря, наши переговоры увенчались добром, и он оказался вот на этой сцене. Я вот до сих пор помню, как он открыл дверь, вышел, так, и мгновенно застыл у дверей там. Вот. Говорит, ничего себе. Посмотрел зал, так и кинул взглядом, и своим таким вот характерным юрским тембром. Говорит, ничего себе. Потом тут же вышел и говорит, Игорь, вы знаете, по-моему, я уже волнуюсь. Конечно, от такого, ну, сейчас такие вот штампы, ярлыки, великий гений, сейчас мы даем каждому второму. Но это действительно актер вот этого великого поколения и выдающийся деятель театра и кино. И вот от него слышать волнение, когда он приезжает, в общем-то, ну, не в самый культурный город. Я не знаю, кто-нибудь из вас был на этом спектакле? Здесь, да? Вы, наверное, помните, насколько он был
протяжен во времени, насколько он был безумно интересен, это само собой. Тогда Юрский читал, вспоминал, пел, он приезжал с концертмейстером. И я помню, первое отделение было больше часа. Когда он вышел со сцены, он упал на стул совершенно без сил. Я говорю: Сергей Юрьевич, может, вы устали? И, ну, я еще не успел договорить даже фразу до конца. Он меня перебил, говорит: Игорь, вы что? Такая публика, так слушают люди. Я буду, значит, мол, стоять на сцене до конца. Потом закончился этот вечер. Мы с ним посидели, выпили немножко коньячка. Он говорит: Игорь, так закурить хочется. Ужасно. Ну, я ему достал сигаретку, он уже много лет не курил. Вот. В общем, такая у меня была с ним встреча. Мы с ним сидели часов до 3, до 4, говорили так, будто бы, как говорят два человека, которые давно знают друг друга. А потом я его пытался пригласить еще раз, когда ему было 80 лет уже. Вот я ему позвонил, представился, он говорит: вы можете мне даже не напоминать о себе, я очень хорошо помню вот тот приезд, у меня, говорит, до сих пор впечатление, но я сейчас нахожусь вот в подготовке моего 80-летнего юбилея, вы же понимаете, я не очень хочу все-таки юбилей свой встречать в Набережных Челнах. Ну, я его понял, и, к сожалению, вот тот вот приезд был его последним. Но какая память. И вот он оставил книгу и подписал мне ее. Дорогой Игорь Михайлович, моя радость, что вы создали и ведете такой зал, такую публику, и что мы познакомились. Сергей Юрский, Набережные Челны, 26 марта 2006 год. Кстати, безумно интересная книга. Сейчас память о Сергее Юрьевиче. Петр Ильич Чайковский, «Думка», памяти Юрского. Thank you.
Большое вам спасибо. Я думаю, это аплодисменты. Аплодисменты великому человеку и великому мастеру. Все-таки мы завершаем нашу программу таким мажорным аккордом. И его сейчас и объявит Светлана Баланцова. Завершает наш вечер еще одна встреча с творчеством итальянского композитора Аттарино Респиги. Сюита
для струнных и органа соль мажор. Часть четвертая. Кантико. Исполнители. Камерный оркестр Игоря Лермана. Дирижер Игорь Лерман. Партия органа. Лауреат международных конкурсов Эльмира Ахметова. Thank you.
Спасибо. Вы знаете, в далеком 1989 году, да, ровно 30 лет назад, вы знаете, у нас есть такое культурное заведение ДК «Энергетик». Помните, наверное, да? И там в ДК «Энергетик» был когда-то зимний сад. Сейчас я не знаю, что с ним стало, но тогда был зимний сад. И вот в этом зимнем саду наш камерный оркестр, тогда еще, конечно, в таком полузачаточном состоянии, сыграл свою первую программу. Это было 25 февраля 1989 года. И вот в память о 30-летии этого первого концерта мы делаем такой маленький мини-фестивальчик. 25 февраля здесь, на этой сцене, вместе с нами выступит всемирно известная Юрловская хоровая капелла. 50 лучших голосов России споют первое отделение акапелла, второе отделение вместе с нашим оркестром прозвучит знаменитая «Глория» Антонио Вивальди и «Месса» Франца Шуберта. Это все будет в нашем совместном исполнении. Но когда-то к нам приезжал этот хор, и, наверное, у вас впечатление осталось до сих пор. Понятно, что этот коллектив в любом зале собирает аншлаги, и я надеюсь, что вы тоже придете к нам и поздравите нас с 30-летием. Сейчас по окончании концерта вы сможете приобрести, там еще, по-моему, есть билеты, да, на этот концерт. То есть это будет что-то вроде такого вот шоу-сейшена, который был вместе с виртуозами Москвы. Вы, наверное, те, кто были на этом концерте, может быть, помните, это было 5 декабря прошлого года. Вот сейчас такой же вариант нашего юбилейного чествования, только с выдающимся хором. Ну, а завершаем нашу программу мы такой вот шуткой. Сейчас вы услышите такой детский голосок. Это не солистка хора Юрлова, но вместе с тем она сейчас споет такую вот песенку, которая вам обязательно понравится. И, может быть, даже вместе с нами ее повторите. Итак, я приглашаю на сцену в завершении нашей программы Регину Шайдулину, если я не ошибся. Пожалуйста, ну-ка. Вот она. Это наша воспитанница в чем-то. Мы же в нашем органном зале такую вот акцию проводим два раза в году, когда детишки, ученики школ, музыкальных школ могут выступить в качестве солистов с нашим оркестром. Вот это одна из солисток. Итак, какую песенку или какую арию ты поешь? Как лечили бегемота. Да, как лечили бегемота. Кстати, музыка искренняя. Это насчет музыкотерапии. Но это потом. Значит, слова, наверное, вы знаете, но есть там два слова, которые мы должны все вместе повторить очень громко, если хотим. Как Сандра Буковка? Что это значит? А какие два слова повторите? Спасибо, я здоров! Значит, два слова и одна буковка еще. Давайте порепетируем. А по руке я вам покажу, когда. Нужно будет... Я с вами. Ты со мной, да? Ну давайте, сейчас, 3-4. Спасибо, я здоров! Нет, только надо громче, так, чтобы стены сотрясались. Давайте еще раз, пожалуйста, давайте. И спасибо, я здоров! Отлично, а вот сейчас это все будет в песенке. Итак, песенка про бегемота, скрипку и девочку Регину. И про оркестр. Да, и про оркестр, хорошо. Лечили бегемота два опытных врача. Они себе на помощь позвали скрипача. Без силы таблетки мертвы.
До новых встреч. До свидания.